Крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на пересечении улицы Желтоксан и Ташенова. Здесь столкнулись три автомашины – Toyota Camry, BMW и пассажирский автобус. По словам свидетелей аварии, Toyota ехала по улице Ташенова по главной дороге, когда с второстепенной улицы Желтоксан на перекресток выехал BMW. От сильного удара Toyota вылетела на встречную полосу движения и протаранила проезжавший мимо автобус. В результате столкновения травму получил водитель Toyota. По словам владельца BMW, авария произошла в немалой степени из-за малозаметных знаков на перекрестке. Около шықпаған ма, себебі әне жде знак жоқ. Знак арты бөбел жақтан келесің кезде, мұны жде шықанда мәші көрмейді. Я ориентировался на этот пешеходный знак, через дорогу уже. Здесь не было никакого знака вот с той стороны на главную дорогу. Я выехал. Можете посмотреть, вот выехать там, выйти еще, и с той стороны нет никакого знака. Хорошо, знак. Машина искать сможет? Два машины. А на улице Володарского произошло ДТП с участием грузовой автомашины и джипа. Внедорожник Kia ехал по дороге и поворачивал налево, когда в него врезался двигавшийся позади грузовой самосвал Хова. К счастью, несмотря на массу автомашин, в аварии никто не пострадал. Сейчас кто виновен в этом ДТП и чья страховая компания возместит материальный ущерб, выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Еще одно ДТП произошло на Ленгерской трассе. Автомашина Volkswagen вылетела с дороги и врезалась в электрический столб. Как признался водитель, он увлекся общением по сотовому телефону и не смог уследить за дорогой. К счастью, в столкновении никто не пострадал, но автомашина понесла серьезный материальный ущерб. Как говорят полицейские, это далеко не единичный случай, когда из-за сотового телефона происходят дорожно-транспортные происшествия.